мы высадились, да? Да. Опять я лезу вверх. С вершины острова Огой. Это символ буддийской веры. Богини Траманагмас. Все лето и закончили осенью. Идем в тишине. Наслаждаемся. Все, один круг пройден. Все, три круга мы прошли. Там на нем даже чайки не селятся. А, на птичий базар сейчас поедем. Вот такие красивые заповедные места здесь. Борту Сарма. Да, вот это поселок Сарма и Сарвинское ущелье, где рождается самый свирепый ветер на Байкале. Значит, продолжительность Сармистского ущелья где-то 80 километров. Массы воздуха теплые и холодные смешиваются, разгоняются, как в трубу, и выплевывают, сюда выстреливают. И вот в тот пролив Ольхонские ворота прямо сюда, посмотрите, в Ольхонские ворота напрямую. Разгоняет волны до 9 метров на той стороне Байкала до 9 метров. Ярославцы есть выброшенные, заржавевшие на том берегу стоят. Вот этот остров Большой Тайнак. Вот это остров. Вот этот. Да, птичий базар. На нем чайки с Тихого океана. Вот, тысячи они прилетают здесь, своих птенцов выводят. Ну и сейчас в последнее время им бакланы стали мешать. Самые жертвы, когда я потихоньку еду, вы кидаете вверх и взад. Идите все взад, я буду ехать вообще пешком просто, идти. Взады, взады идите. Все туда, а вас... Видели взады? Да, да, да. Максим снимать будет. Да. Максим, давай. Вон, прыгнуть. Во. Офигеть. Сюда кидайте, вот сюда, поближе к лодке, поближе. Давай. Далеко не надо. Офигеть! Опа, на лицо! Да я только здесь делаю, блин. О, как они друг друга не сбивают, смотри. Опа, на лицо поймала. Давай, мне к ним. Друг друга чуть не сбили. Опа, дерутся. Опа, давай сейчас подойдет. Опа! Кошмар! Кидайте! Картошку кидайте! А давайте я сырю картошку! Нет, я ее буду есть! Можете побурканить? Я вам все поколение расскажу про Байкал. Это такая культурная программа. Давайте. Только поблизить, по водки. Мне не разрешили, сказали Алиса, не думай брать никакое питье. На борту пить нельзя. Ой, это морской закон. Печеная картошка? Вареная жена. А бурханить можно. Просто возьми бастон этот. Автобус. Почем он тебя плачет? 85 рублей. Соберешь там чайку. Здоровые чайки такие, здоровые, видишь, где они. Картошку кушаю теперь. Хлеб закончил. Они между собой ругаются еще. Боятся сюда поближе подлетать. Это странно. Ну что, о, о, о. Рты пооткрывали пасть.
большое. В Иркутске живет женщина. Любовь Вениаминовна Гибадуллина. Поэтесса. Заслуженный житель Иркутской области, заслуженный гражданин и губернатор ПСУ. Это большое звание. 2 года назад она была в Москве, ее наградили первой дипломом первой степени денежной государственной премии за выдающийся вклад в сохранение Байкала. У нее целый цикл стихов есть о Байкале, а 2 года назад она написала, она ездит со своими произведениями вообще по всем островам, по всем турбазам, в Иркутске по всем предприятиям, рассказывает про Байкал, читает стихи. И нерпой я горжусь, и редкой рыбой, сик, омуль, хариус, богат мой дом, скалой шаманской легендарной глыбой, горжусь искристым, но коварным льдом. Я издревле пою, кормлю вас, люди, для глаз дарю заманчивую гладь, а вы меня вплоть в сердце из орудий невежества. Крови вся рукоять, по горлу режете консервной банкой, хруст от стекла на дне, в песке, в камнях, костров ожоги, стружка свежей ранкой и рваные рубцы от пил на пнях. Да, нету больше, нету! Входим в наш залив. Вот и подошла к концу наша экскурсия. Спасибо Валерию Михайловичу скажем. И мы отправляемся на берег. Веселый мужик. Мужчина очень приятный. Мужчина вообще прекрасный. Слушай, мне кажется, он на Трофимовича. Наташ, иди покажу. Иди сюда, Наташ. Покажу тебе кое-что. Место знакомое тебе? Конечно, мы же ходили. Да. Мы же с той стороны зашли. Мы чуть-чуть с тобой не дошли до причала. Ну, мы откуда знаем? А зачем мы купались? А сейчас пойдем купаться. Мы дошли до причала, мы же на машине поедем. Куда поедем? Пошли кушать сначала, я хочу. Какой плов? У нас борщ. Борщ остался. А потом съездим. Родниковая вода, Андрюх, хочешь родниковой воды набрать? Алис, какие планы? Борща много осталось? Борща немного, но я уже начну помаленьку. Наташка его хотела съесть. Все, сейчас они пойдут купаться после нашего долгого путешествия. После нашего водного путешествия на катере. Морского, по маленькому морю. По маленькому? По малому морю огромного Байкала. Я говорю, я лопаю. Да? Ну, конечно, конечно. У меня тоже. Елочка прикольная с шишками. Это не эти, которые можно купаться, он дома их оставил. Которые синие те, для купания мы покупали. Это новые. Он их теперь на тренировку носит. Здесь пляжи похуже, что? Ты же теперь на тренировку берешь. А, те, так я на тренировке просто хожу. Мы с Лерой отправились в магазин, нас отправили за продуктами. Да, Лера? Да, сегодня за бортом корабля я. За рулем? За бортом. За бортом ты? Я уже за бортом. Лучше за бортом не оказаться. Впереди остров, на котором мы были. А вот базы, на которые мы хотели попасть, километр, центр отдыха. Но проскочили мы с этой стороны, потому что их не видно. Вот он, в левую сторону Алькон. Завтра мы туда поедем на машинах. Переправимся на пароме и будем исследовать остров. Все, заехали мы в Сарму, затарились в магазине. Это деревушка, где мы жили сначала, первую ночь. Пиво дорогущее здесь, конечно, кошмар. Минералка 45 рублей стоит. На
Там не на острый не заезжай. А вот у них зато есть кафе какое-то, смотри. И вот еще магазин Виктория. Нет, поехали, нам уже ничего не надо.